Модницы и мастерицы, перешагнувшие за рубеж бальзаковского возраста, сегодня устроили бенефис красоты в ДК Васильева. Конкурс шляпной моды собрал несколько десятков рукодельниц, причем свои работы авторы на подиуме представили сами. Наталья Хмелева отправилась на примерку. В ДК Васильева сегодня пестро и шумно. Конкурс дефиле «Мой любимый наряд – шляпный шик» собрал не просто эффектных, но и очень талантливых дам. Шляпки всех видов и расцветок заполонили коридоры. И каждая из них – ручная работа, в которую вложена душа. Кажется просто, а когда начинаешь это все делать, пока сделаешь вот эти висюльки, пока приделаешь это все, потом посмотришь, как тебе идет, а тут еще сложнее, там вон что. В результате получилась настоящая лампа. Валентина Николаевна признается, шляпку будет носить, а в следующем году она сделает совсем другую. На каждую модель рукодельниц уходило немало сил, а ведь некоторые выставили на конкурс сразу несколько. Тут уж только восхищаться терпением и фантазией. Чтобы сделать такие шляпки, нужен не один день, метры ленты, цветы, петушиные перья и богатая фантазия. Какой из этих головных уборов станет лучшим, решат судьи. Мне лично нравится вот этот. По-моему, очень по-весеннему. Конкурс традиционный. В этом году проходит уже во второй раз. Заявок было много. В преддверии 8 марта показать свое мастерство собрались 80 участниц. Принять участие несложно. Нужно было сделать своими руками шляпку из подручных материалов. А что касается возрастного ограничения, участницы старше 55 лет. Тут все логично. Принимают участие очень много клубов, общественных организаций, где основной возрастная категория – это люди старшего поколения. И настолько они удивительные, настолько они богатые фантазии, и мы не могли обойти этот возраст стороной. Выбирать победительниц будут в нескольких номинациях. Каждой из участниц предстоит продефилировать в выбранном образе. Тут и шамаханская царица, и русские боярыни, и героиня вишневого сада Любовь Раневская. Выбрать лучшую непросто. Оценивают не только шляпку. Ну а если говорить о 80 вот этих прекрасных, милых женщинах, которые отдаются сейчас вот самому выступлению, это же не только шляпа, да, это еще же подача, да, это тоже очень важно, грация. Нет, на самом деле для меня важно, чтобы люди проявили свои таланты, это раз, свое творчество, да, свою изюминку, и они вообще все уже победительницы. Подарки, кстати, достанутся всем. Да и как иначе? Все-таки весна, праздник на пороге. Наталья Хмелева, Галуз Гевандян, новости. Новгородское областное телевидение.